Александр Телемаков родился 6 декабря 1870 года в городе Сызрани в семье чиновника. В 20 лет он окончил Симбирскую духовную семинарию и был назначен псаломщиком в Симбирский кафедральный собор. Спустя 3 года Александр был рукоположен во священника и службу свою нес в храме села Чумакино Корсунского уезда. Кроме этого, батюшка преподавал закон Божий в церковно-приходских школах и школе грамоты. За усердную службу был награжден наперстным крестом. В 1932 году отец Александр был арестован и обвинен в организации нелегальных сборищ и прочтении староцерковно-монархических книг. Батюшку отправили на 5 лет ссылки в Северный край, в Архангельскую область. После ссылки священник вернулся в село Чумакино. Отец Александр стал хлопотать об открытии храма, несмотря на опасное время. Вместе с прихожанами он собрал деньги и заплатил долг за храм. Но открытию церкви прихожане и священник радовались недолго. В августе 1937 года во время массовых арестов верующих был заключен в тюрьму и отец Александр. Следствие обвинило батюшку в контрреволюционной агитации против Конституции. Тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Он был погребен в безвестной общей могиле. Февраля. День памяти священномученика Александра Телемакова, пресвитера.